Регистрация новорожденного за 10 минут. Теперь в роддомах Киева свидетельство о рождении ребенка занимает всего несколько минут. Специалисты управления юстиции с помощью планшета вносят электронные данные о родителях, новорожденном, а также помогают выбрать детсад. Насколько новая услуга комфортна и удобна, узнавал Андрей Яковин. Для семьи Петренко это не первый опыт пребывания в роддоме. У Андрея и Юлии трое детей. Последний родился 3 дня назад. Поздравить Андрея и Юлию пришел министр юстиции. Через несколько минут сын Андрея станет первым украинцем, который получит свой первый документ по-новому. Через 10 минут мать уже может увидеть готовое свидетельство о рождении на экране, непосредственно на экране планшета. Для оформления документа нужна справка из роддома о рождении ребенка, паспорта родителей и свидетельство о браке. У наших героев последнего не оказалось на руках. Помог министр. Семейная пара на прозвище Петренко. Специалист главного территориального управления юстиции города Киева проверяет наличие свидетельства о браке в базе и фотографирует справку о рождении. Следующий шаг для проведения неотложной регистрации – это направление этих документов, фотокопий в наш бэк-офис. Мы прикрепляем к сообщениям фотокопии, а также просим сообщить, какое имя выбрали для новорожденного – Никифор. Параллельно можно зарегистрировать ребенка по месту жительства, подать документы на получение помощи от государства при рождении ребенка, а также стать в электронную очередь в детский сад. Тем временем ответ от бэк-офиса получен, и родители проверяют правильность заполнения. Семья Петренко довольна нововведением. Ты не носишься ни с документами, ничего, ну как бы... Нету вот этих всех переписок, что ты должен поехать в ЗАГС, заплатить сбор, заполнить кучу документов. А здесь все происходит, ну скажем, мгновенно. С сегодняшнего дня ноу-хау вводится во всех столичных роддомах. Кохайтеся, народжуйте. Любите, рожайте. А о документах позаботится Министерство юстиции. В планах министерства до конца года информатизировать даже самые отдаленные районные роддома. Андрей Яковин, Александр Бугай, UATV.